Показ был сразу же на следующий день после женского показа. Вот. Но на следующий день я не могла остаться, я сразу же улетала домой. Вот. Поэтому именно наш процесс, как это все было, нас одели, нас уже подготовили полностью. За полчаса, даже за час до начала шоу мы уже выстроились в линию, нас было 101 человек. И я была 92-я, я была в финале, вот, и когда мы уже выходили и садились в гондолы, боже, эмоции просто нашкаливают, уже когда вы выходите, и вам, у каждого был человек, который управлял этой гондолой, и тоже у каждого человека был свой, ну, то есть одинаковый образ. Была шляпа с надписью Dolce & Gabbana, была футболка, которая необычно, а сверкает, то есть чтобы видно было, что именно это все связано с Dolce & Gabbana, и мы уже были в образе. Вот. И пока шоу длилось, пока выступали на самой сцене, мы, модели, подплывали уже на гондолах, чтобы видно было, и как это красиво мы подъезжаем, чтобы было не просто так, что мы просто подошли, а что мы даже подплыли на гондолах, потому что все-таки Венеция, и Dolce & Gabbana хочет показать, насколько Венеция такой известный город, исторический, и каждую деталь он акцент ставил на Венецию, и мне это очень понравилось. И когда мы уже вышли с гондолов и стали, ну, стали в линию, мы начали уже с первой модели, уже пошел показ. Модель открыла шоу первое, и каждый начал уже идти в свое же время. Вот. Самое интересное то, что Dolce & Gabbana не, как сказать, не загадали дождь в свой шоу. Вот. И когда мы шли, точнее уже добралась моя очередь идти, уже в конец осталось 90 моделей, вот. Я выхожу на сцену, я чувствую капли дождя, я понимаю, что сейчас пойдет ливень, но мне очень нравятся те модели, которые были, они были реально профессиональные модели, потому что когда мы шли, пошел ливень, и мы все равно стояли до последнего, мы дошли, стояли на своей точке, пошел уже ливень, уже все, мы были мокрые, нам сказали, что, ну, за сценой нам сказали, модели, можете, типа, уже уходить. Мы по очереди, каждая модель уходила, как нам говорили, на репетиции. Был сильный ветер, был дождь, но мы все равно шли медленно, красиво, показать, насколько красивое у нас платье. Потому что если будет такое, что модель растеряется, не знает, что делать, это непрофессионально. Если модель доходит до конца, показывает, насколько она профессиональная, Dolce & Gabbana, любые бренды будут только благодарны этой модели, потому что это очень важно для самих брендов. Вот. И